Всем привет. Вот, Валер, зачем ты меня рассмешил? Вот я сейчас с людьми разговаривать даже не могу. Всем привет, друзья. С вами канал «Посеем, поживем» и с вами Светлана. Муж рассмешил меня. Сегодня у нас с вами, друзья, я всех, кстати, приветствую, всех гостей, подписчиков, опять Вася идет. Сегодня у нас с вами будет обзор сортов томатов, потому что в этом году первый год, когда я посадила именно сортовые. Друзья, ну, кому интересно, я так думаю, вам интересно, потому что, ну, все будем готовиться на следующий год к этим сортам. И я сейчас просто поверхностно вам расскажу, как ведет себя каждый сорт. Я тоже, кстати, записываю и контролирую это. Вот посмотрите. Один из сортов, сейчас я вам покажу, вот этот вот, интересный. Вот, это сорт у нас Буденовка. Вы знаете, я им особо ему значения не придала. Он вел себя не очень хорошо в рассадном виде. Вот также у него были опущены листики. Видите, как вот? Это, видимо, сортовой. Вот опущены все листики. Он такой вялый. Он такой же был, друзья. И когда я рассаду делала, он такой же был. Я такая думаю, наверное, какая-нибудь фигня вырастет. Вы знаете, когда я его посадила, он проявил себя лучше всех, кстати. Вот посмотрите, сколько он завязал кисточек. Вот сейчас я вам покажу. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кистей завязал вот этот томат. Я, конечно, не знаю, может быть, он будет сбрасывать. Но вообще все кисточки, видите, не похоже, что он сбросит или что. Вот я каждое утро, друзья, просыпаюсь и несусь ко всем, к помидорам, к огурчикам, к перцу, быстрее смотреть, с ними поговорить. Вы, наверное, все такие ненормальные огородники, да, не только я. Вот. И он не болеет. Во-первых, вот мне что нравится, листва зеленая, хорошая. А я ведь ему особо не придала значения, друзья. Вот следующий томатик. Так, давайте поглядим. Это у нас Черный принц. Нет, это, друзья, не сорт. Это я сюда всандалила. Это не сортовой, это гибрид. Ну, кстати, вот он, видите, подсыхают эти цветочки. Вот, вот он отвалился, бутон. Вот надо борной кислотой его обратно обработать. Вот, а здесь идет, может быть, вот смотрите, а здесь вот хороший, кстати, веточка. Может быть, он сбросил, не может выкормить, я не знаю. Вот этот пасынок нельзя отдирать, поэтому пусть он стоит, сидит. Так, вот, вот этот, смотрите, мощный, хороший куст, мощный, да? Так, как он называется у нас? Оранжевый. Но не особо много. Не, ну он завязал, в принципе. Оранжевые, кстати, очень хорошо себя вели в рассадном. Они прям, рассада хорошая была, крепенькая. Ну вот, один, два. Пока две завязал. Но здесь, друзья, вот если внимательно, внимательно посмотреть на листочек, да? Вот смотрите, вот видно вам, нет? Вот внимательно, видите? Вот здесь вот желтое, это говорит о магниевом голодании. Мы, друзья, с вами потом будет у меня видео, как правильно подкормить. И вот когда идет вот такое магниевое голодание. И не все, ведь не все так, только вот он. Теперь вот здесь вот у меня есть томатик. Вот смотрите, он какой мощный. Вот этот томат, рейс-томат. Рейс-томат. Он... когда в этом в рассаде он был тоже такой классный, хороший. Смотрите, сколько он завязал. Вы видите? Вот кисточка. Вон там вон кисточка. Вон. Видите? Вон кисточка. Вот. Он молодец. Завязывает прям. Здесь я лишнюю листву убрала. Всю. Видите? Правильно. Все. Вот. Но они, знаете, друзья, они все вот эти томатики, они не высокорослые. Но вот этот вот рейс-томат, он заявляет, как 80-90 сантиметров, не больше. Я не сажала высокорослые. Поэтому особо пасынки. Я не... Вот как мы с вами говорили, до первой вот кисточки мы все пасынки убираем. Потом, знаете, я больно их не убираю. Потому что вот индетерминантные высокорослые помидоры, там, да, там нужно следить и все эти пасынки убирать. Еще я хотела с вами показать интересный, друзья, сорт. Я сама его вот первый раз. Это голубые ели. Вы посмотрите, какая листва. Это вообще вот елочка. И он, кстати, завязывает очень хорошо. И я вам сейчас покажу.
первый, вот здесь вот я его видела, Валер, сюда. Только не переломай, пожалуйста, томаты. Первый. Аккуратненько давай, идем, аккуратненько. Первые помидорки, посмотрите, это мне подарят голубые ели. Вот, видите, уже помидоры висят. Вот, голубые ели. Вот, еще где-то я видела помидорчики. Тоже. Где-то я видала помидорчик. Сегодня прям говорю еще, вот, первые помидорчики мои будут. А, вот они. Это какой сорт мы сейчас посмотрим с вами, друзья? Это Дон Жуан. Дон Жуан, кстати, не очень хорошо. Вон, видите, какие два хорошеньких висят? Вот они, вот. Помидорчики, вот они два. И кисточку завязал, вот еще одну. Ну, Дон Жуан молодец. И он будет всего 70 сантиметров, но помидоры не будут мелкие. Он заявляет, что помидорки прям, друзья, хорошие будут. И вот его вообще не нужно абсолютно вот эти посынковать. Он вообще классный. Вот я его запишу на следующий год, но я отсюда семена возьму. На следующий год я вот это обязательно, друзья, посажу. Ну вот, легкий такой обзор, друзья. Вот рейс томат из всех мне понравился. Дон Жуан, голубые ели, желтый медовый. Медовый, кстати, друзья, тоже прям хорошо. А вот этот вот черный бизон, у которого картофельные листья, он, друзья, и в рассадном тоже. Вот какие-то листочки, вот такие вот прожилки. У него то не хватает азота, то не хватает магния, то не хватает кальция. Ну вот посмотрим, конечно, как он будет. Сами помидоры, завязывает он хорошо. Ну вот мы его магнием подкормим. Посмотрим. Вообще так вот он кисточки хорошо завязал. И вы знаете, что самое удивительное? Вот вроде одинаково, да, вот подкармливаешь томатики. Вы пишите, кстати, мне, как вот у вас. Какие-то стоят зеленые, хорошие. А какие-то то прожилки, то все. Может быть, в почве здесь ему что-то наткнулся на что-то. Я не пойму вообще. Хотя местами вот меняешь. Друзья, подписывайтесь на мой канал, смотрите. Вот это был легкий обзор сортов моих томатиков. Пока!